Доброго дня, друзья! Сегодня я хочу вам показать, как же проходит елка в экоцентре заповедника Кузнецкий Алатау. Сейчас эти елки проходят каждый день в 11 и в 14 часов. Ребятишек встречает лиса и ведет их в место проведения начала елки, где их встречает Снегурочка. Затем проводятся очень веселые и интересные конкурсы, где соревнуются две команды – команда Снегурочки и Пирата. Говорят, под Новый год все всегда произойдет, все всегда сбывается. После энергичных игр детишек угощают чаем с пирожным. А после они продолжают отгадывать квест по поиску Деда Мороза. Разгадав загадку, можно отправляться дальше. А вот и Дедушка Мороз. Пойдемте, прогуляемся. Я вам тут нашу жилье. Вместе с ним ребята идут смотреть и кормить животных на территории Кузнецкого Алатау. А в конюшне угощают лошадок и катаются в санях. Ну что, пойдемте еще погуляем, поиграем. Да! Ну, Дед Мороз там живет. А ты не Дед Мороз, я же Вот точно, я же Дед Мороз. Господи, забыл совсем. Заходи. Вот листочки, карандаши. Пишите, на краешек складывайте. Возле елки можно покататься на горке. А также Дедушка Мороз предложил поиграть еще в несколько игр. По команде залазим в мешок, как зайка прыгаем до елочки, вылазим из мешка и бежим бегом-бегом, отдаем мешочек следующему. Без хоровода вокруг елки никуда. Внутри русского дома ребята отгадывали загадки и также поиграли в несколько игр. Теперь вы знаете, где можно провести новогодние праздники интересно и увлекательно. И вам спасибо! С Новым годом вас! Будьте здоровы, растите большие, на будущий год опять приезжайте!